На одном таком специально огороженном пятачке может разместиться порядка 1000 деревьев. В ассортименте ели и сосны на любой вкус и кошелек. Цена живого дерева начинается от 400-500 рублей. Все зависит от ее размера. Уже появились первые покупатели. Ветви дерева рекомендуют освобождать от веревок или специальной упаковки после того, как она постоит несколько часов. Для того, чтобы дерево радовало глаз как можно дольше, его рекомендуют устанавливать в воду или влажный песок. Периодически ель необходимо поливать питательным раствором с добавлением аспирина и сахара. Есть и другие варианты. Специальную смесь можно приобрести в специализированных магазинах.